В Елабужском институте КФУ прошло очередное занятие детского университета. Учебный день начался с познавательной лекции о мифологии и зоологии. Легенды очень впечатлили маленьких слушателей. Много нового узнала о животных, которые не существуют. Водяная бывает, шурале бывает тоже. Одна богиня, говорили, что была она красивая, потом наказали ее. И стала некрасивой. Актуальным и занимательным для юных почемучек оказалось занятие «Роль вируса в жизни человечества». В это время студенты детской магистратуры искали ответы на вопросы, как мы познаем мир, изучали основы финансовой грамотности. Я прихожу в университет, чтобы узнать много нового. Какие бывают боги и современные такие чудовища. Какие, например, деньги бывают, купюры. Здесь нравится все, здесь интересно, здесь прикольно. Родители не отставали от своих детей, они стали участниками полезного лектория о психическом здоровье школьников. Следующее занятие ждет ребят 19 ноября. Диана Шилова, Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз.